друзья, всем привет. Сегодня с вами Fisherman Hunter. Сегодня 1 октября. Решил, короче, сгонять, проверить корчашку. Сейчас посмотреть. Ну вот. Ехал так по дороге. Тут вот канал, короче. Смотрю, вот здесь сзади утки сидят. Я вот так вот заехал сюда, велик бросил. Сюда так подошел. Вот сюда. Сюда вот подошел. И вот сюда вот так смотрю, отсюда поднялись, короче, два прикоша туда пошли. И отсюда чурок, короче, из-за куста полетел. Хлоп, вагон, короче, в лёд, упал там за кустом. Сейчас пойдем с вами достанем. Чурочка! Хотя я, блин, по чуркам и не стрелял нынче, вообще с открытия даже. Как бы и не хотел стрелять. По планам у меня было не бить чурков. Но, блин, в азарте я его замолотил. Вон он лежит, чурочек. Сейчас достанем. Ну, как-никак, чирок считается самым вкусным из уток. У него офигенный запах мяса. Вот он, лежит чирок. Вот. Не знаю, зайду я сюда. Нет, тут вязка, походу. Ну-ка. О, да тут вода. Тут, в принципе-то, и не сильно глубоко. О, иду, еще не проваливаюсь. А здесь уже все. Глубоко, друзья. Да проще палочку выломать. Сейчас я палочку сломаю и достану его. Сейчас, друзья. Вот. Короче, ставим лайки. Подписываемся на канал. Ну так же просто палку-то сломай. Сломай, говорит. Телефоны еще падают. Летающие телефоны. Вот. Там вертушка летит. Ну ничего. Сейчас достанем чирка. Вот. Как раз на нас идет вертуха. Чирочек, друзья. Первый нынче чирок. Ну, в смысле, за осеннее открытие первый. Вот он. Вот такой чиркодрап. Вот. Короче, это трескунок. Трескунок чирка. Чирок-трескунок, короче. Ну, ничего. Это нормальная птица. Вот многим людям на ютубе я говорил, что с фетера у меня удачнее получается стрелять. Вот в лед даже сбил и черка. Вот фетер. Нормальные патроны. Не то, что... Вот многим людям на ютубе я говорил, что с фетера у меня лучше получается стрелять. Не то, что с главпатрона. Вот видите, с фетера стрельнул. В лед, короче, во-первых. Во-вторых, как бы это с первого раза. Но в основном получается с первого, со второго, ну максимум с третьего, это редко бывает, что сбиваешь с фетровски. С главпатрона у меня неудачно, потому что я не знаю, может у меня дульное сужение не рассчитано для такого, для такой навески пороха или дроби. Там они же все разные патроны. Вот я подобрал для себя патроны фетр, как бы. Они вот удачны для меня, для моего ствола. Вот. Рекорд вообще говно для меня, тоже не могу с него попасть нормально. Вот. Стрелял я еще, учесть нужно то, что я не с дроби, а с нулевки. Нулевка контейнерная, во-первых. Не разбил, главное, что черка, как бы стреляешь по уткам, тоже как бы сильно не разбивает. Вот. Много дроби не попадает в них, как бы. Достаточно убойно вот этими дробинами попадет, если куда на утке сразу. И на дробовые патроны у меня, короче, с деньгами сейчас проблемы. Не могу дробовых патронов купить, как-то так. Осталось 7 штук всего патронов вот, дробовых, ну именно вот таких вот нулевок, и все, и я отохотился и на косачей, и на уток. Че, друзья, зашел опять корчашечку проверить, там ротанчиков залезло вон сколько. Ну хорошо залезло, я их солю сейчас под прессом дома, сейчас паузу поставлю, засниму потом сколько будет. Все, друзья, вот сколько ротанчиков, вот карасик вот такой попался. Ну, ротанчиков я под пресс, а карасика собачке отдам.
Короче, друзья, 76 штук. Вот видите, мешочек такой. Половина из-под хлеба, который. Вот. Вот такие дела, ротанчики под пресс пойдут. Потом, как мойва, будут солиться. Они сейчас под прессом у меня лежат. У меня уже пол ведра 12-литрового. И это... Под прессом, короче, в кирпичами. Кирпичом задавленный. И сверху еще грузило 20-килограммовое. Вот. Потом, короче, достану, вымочу, завялю чуть-чуть и закопчу, как мойву. Че, друзья, сейчас 15 штук поднялось оттуда. И на меня вот так заходят. Я, короче, шибанул. Вот одна лежит. Вот, по центру. Прям по центру экрана, видите? Блин, а лодки нету. Собака, а? Как ее доставать, не знаю. Даже и не представляю, блин. Как достать. Вот собака, а? С первого выстрела взял ее. Блин. Сука. Как-то так, друзья. Вон табун херачит над лесом. Вон там, может, сейчас выйти на березку. Надеется, что ветром поднесет ее сюда. Вот, фетр рулит, короче, друзья. С фетра с двух нулей бабахнул. Упала сразу же. Вот. Такие дела, друзья. Лодочку бы, блин, сейчас. Че я не взял лодку, блядь? Ну, сейчас подождем. Ветер вроде в нашу сторону. Может, повезет. Да тут вроде должны охотники сейчас проезжать будут. Можно будет спросить лодку, если в чё. Друзья, над берегом третью взял. Маленечко зараненная, но ничего. Свиясь, короче. Третья утка. Черка я уже домой увез. Сейчас вот приехал, короче, за этим. Лодку домой съездил, взял. Короче, за сегодня уже почти 17 километров проехал. На велике. Вот сейчас, короче, лодочку взял. Уже вот так вот стемнело, друзья. Как я вам снимал. Вот свиязи. Свиязи, ага. Вот так, короче, шла метров 40. Я по ней бабах. Она, короче, вот так пролетела. И он туда в куст, короче, упала. Вот здесь вот гильзу я сейчас только что поднял. Вы видели? Видите, фетровская. Ага. Нормально, друзья. Вон еще табунок идет. Вон там идет. Но у меня один всего вставленный. И они высоко, друзья. А, хотя это чайки. Это чайкобосы идут. Чайки. Чайки, видите? Кто-то поливает там. На базе вон там кто-то поливает. Ладно, пойду мне еще до этого. До утки, до той, до моей, которая лежит. Которую тоже в лед сбил. Осталось, короче, метров 700. Пойду. Че, друзья, вот он и крикаш лежит. Сейчас поближе подплыву. Вон луна уже вылезла. Так уже стемнело. Вот он, который второй был. Второй. По факту сегодня третий. Взятый в лед. С двух нулей. Нормальный крикаш. Опа. Ладно, чё. Пойду выходить. Уже время много. Темнеет уже. Смысла чё, не вижу никакого. Хоть сейчас выйду, пойду по берегу домой. Надо будет мне еще ротанов забрать и проверить перчашку. Все, давайте. Ставим лайки, подписываемся на канал, друзья. Пишем комментарии. Вот такие вот лайкосы ставим, кому нравится. Кто может, помогает каналу денежными средствами на патроны. Ну а вот вечером, друзья, попался карасик где-то. Сороковничек. Вот. И 6 ротанчиков. Или 5. 5 ротанчиков.